Здравствуйте, ребята! Ром Гейм Стори всегда делает проверку покупок игры, джойстики, приставки. Сегодня мы отправляем тоже супер лот. Это 4 игры GTA, легендарная игрушка, а также игра Bully, Max Payne первая часть и Manhunt тоже первая часть. Сегодня GTA San Andreas, ну все знакомы с этим героем, это Василий Блаженный. Вот, он каждое утро делает пробежку и бежит к маме в деревню за пирожками. Василия все знают на районе, потому что он потешный, и с ним можно поговорить почти на любую тему. Ребята, игрушка работает, давайте включим Liberty City Story. Liberty City Story. Проверяем игрушки всегда, чтобы все четенько работало и без нареканий. Наша Соня, она с чипом. Играет в любую пиратку, а также оригинал. Вы можете смотреть DVD, играет с USB флешки. Где-то счет. Короче, как всегда. Так. Ну вот, наконец-то попали мы на дорогу. И едем на дискотеку. Нас ждут девчонки. Одна маленькая, другая чуть повыше. Беленькая и черненькая. Ребята, продолжайте играть в Liberty City. Есть еще Vice City. Давайте включим. Игрушка Vice City, серия GTA. Это крутые игры, они вошли в историю. Знают все, даже соседка моя Анюта играет с Анатолием, у него мужик такой серьезный. И они изучают все эти игры и потом, бывает, проявляют себя, ну как в игре. Сегодня. Ну что, вы главный персонаж, Вадим Завадский. Проснулись после дискотеки и нет ключей. О, ну вы же познакомились вчера с девчонкой, она приезжала к вам на розовом самокатике. Подходите, берете, и пока девчонка ваша отдыхает или восстанавливается после вечерних прогулок, вот вы просто с ветерком лупите. О, ну видите, как бывает, и сейчас, о, на, еще, еще и выхватили от милиционера. Ребята, игрушки классные. Серия GTA, игра Bully, а также Max Payne и Manhunt, пожалуйста, приобретайте. Все в наличии, проверяем каждую игрушечку. Вот, Ром Гейм Стори, Бескудниковский бульвар 57, корпус 1. Игрушки я эти уважаю, обожаю и предлагаю вам, пожалуйста, присоединяйтесь.